прикольно, фонтанчик здесь. Рыночек такой. Шум продают. Да? Очки какие классные. Пошли на пляж новый. Новый пляж будем смотреть. Вон там вот смотрите, какие тоже всякие эти мир бабочек живут. Зоопарк, крокодилы. Ящерица. Все для детей. Главное, чтобы деньги платили. Анапский зоопарк. Игуана. Ну что, ребята, пойдемте к нам в гости. У нас здесь самый большой и самый интересный зоопарк Анапы. Огромные пятилетки. Крокодилы, черепахи, змеи, кролики, мартышки, носики. Тут косы плетут. Мороженое, игрушки везде все подают. Много всего. Я бы в такой тир какой-нибудь поиграла бы. Мячики. Мороженое. Людей много по-моему. Именно этот тут какой-то. Здесь парк аттракционов. Потом сегодня вечером еще не ходили вообще. Надо сходить туда. Ну, на один вечерком сейчас. По днем он не работает. Не может работать, не знаю, да, вот вроде. Джунгли. Из-за ветра, наверное, меня плохо слышно. Скоро я. Ребята, в тире пострелять призыв. О, смотрите, банану кидать, наверное, сюда. Прикольно. Магнитики по 30 рублей. Посмотрим, что там. Понравится, там не понравится. Мы поехали, а там будет вода. Очень интересно. Тоже там много всего продумается. Вот там уже море, смотрите. Ой, смотрите, там какие лебеди. Сейчас я покажу вам лебедя. Ой, это бегемот такой огромный. Вот там лебедь какой-то красивый.
посмотрим, какая там водичка. Очень интересно. О, смотрите, лежит. Ха-ха, прикольно. Панамочка прикрылся. О, смотрите. Какой большой. Этот вообще другой пляж. Сейчас посмотрим, как здесь будет. Тут тоже идти недолго от нас. Сейчас посмотрим. Ой, там, кстати, как прикольно ручьёчек. Пока еще никого здесь нет. Ой, сколько народу детская. Ой, сколько народу, ё-моё. Если вы садитесь, или одна подходите. Можно камеру хранения вот видите здесь. Массаж. Можно втроем. Если вы один для этого, найдем вас на парке. Это вода по сравнению, чем вот там вот мы были. У центрального. Здесь она и не песок, а идет такая ракушечка маленькая. И здесь чисто, прям реально. Можно купаться, прям круто. Вода классная. Вот я. Сейчас пойдем искать место, где я буду лежать. В общем, вода классная. Вот там на банане, смотрите, собрались. Бананчики. Круто. Короче, вот у нас такой лежачок будет у меня. Из носка его сабутыши, чтобы на солнышко. Купила абонемент на 4 дня. Вот. Показать мне вот такой браслетик одели. Это, ну, лежак, в общем. Что-что, я заняла лежак. Вот. И 4, абонемент на 4 дня вот взяла. Получается, так он стоит 500 рублей в день. А я взяла, получила абонемент на 4 дня за 400 рублей. То есть 1600 вместо 2000 рублей. То есть вот. Здесь медпункт, вот здесь рядышком, там вот уже море, сколько людей много вообще, людей очень много. Я лямскую очень сняла, чтобы следы не оставались, а мне все равно есть следы, но солнце мешает. Жарко. Так вот, мохито клубника. Это клубника. У Сони клубника просто и кукуруза. Счастливый ребенок. Там пьяная вечеринка. Не знаю, надо сходить узнать. Бесплатно, бесплатно. Вот ребятишки играли. Мама, вот загорела я вообще. Там много соли. Соли много. Такие ракушечки. Синенькие. Маленькие. Короче, это бережок, он с ракушечками. Там очень много ракушечек. Попила я коктейльчик. Жарко. Буду сейчас загорать. Видите, только маленький. Ой, кстати, какой маленький, классненький. Кому привезти с моря? Маленькие ракушечки. И, кстати, продают еще ракушки. А здесь можно прям собрать самому. Вот таких вот маленьких.
Хочу арбузик вот такой достала. Я буду кушать. Дыньку уже съели. Здесь у нас теперь арбузик. Капец, я сижу, единственное, ем, как это хомячо. Наш же холодильник мы же с тобой брали, видео показывала. Вот. И, соответственно, там у нас и арбузик. Аккуратно, там косточки, Сонь. Нету, говорит. Ребенок счастливый. Сюха играет у нас. Все, собираемся домой. Время уже 6:00 уже, нужно покушать. Ребятишки наигрались, все собрали. Так, это мои шопки остались, кстати, надо. Время уже 6:00, грубо говоря. Арсуха помыл свои принадлежности, чтобы складывать их. Я сегодня вообще сильно загорела на солнышко. Надо покушать, прийти домой, переодеться, покушать и пойти к аттракционам. А то мы так и не были, еще на колесе обозрения прокатиться. А так в том году не прокатились, в этом году нужно прокатиться. Вот. Кстати, смотрите, мусорка есть вот здесь. Здесь вот я показывала, это медпункт и спасатели. Вот здесь наверху находятся. Вот. Так что все. Я пошла. Пошла. Идем, мы идем такие, и здесь вот так вот. Вот так вот танцуем. Красиво. Пошли мы кушать. Вот так вот я загорела. Все видно. Вот. Хочу шашлыка. Сегодня сгорела, блин. Вот сюда кушать пойдем. Вон аппетит. Очень вкусно тут. Идем сюда. Что вам не уже какой-то нервный прошел только что. Сколько машин? Шашлычка хотим. Шашлычка. Есть окрошечка. Приятного аппетита. Сегодня, короче, газелька сгорела. Но я не стала ее снимать, когда на пляж мы шли. Вот. А сейчас, короче, авария тоже. Короче, такой не снимаем. Вот. И сейчас скорая. Кстати, идем вот самый косметик. Скорая и полиция. Господи, что только тут не происходит. Вот. Такие дела. Сейчас пойдем в парк аттракционов. Купили продукты домой. Вот. Продукты купили. Можем теперь отдыхать.
попробую заснять ночную Анапу. Хочу вот такой хворост. Хворост хочу. Купил? Вкусный хворост. Хотела очень. Пойду в парк аттракционов с хворостом. Вот на такой я каталась, ребята. Вот на такой. Она очень страшная. Слово очень. Пойдем на колесо обозрения. Вот так же я орала. Тоже так же. Где они? Это очень и очень страшно. Просто она офигенная, но страшная. Юля! Сели мы на колесо обозрения. Вот такой вид. Страшно очень. Вот здесь вот закрытое, а вот здесь вот открытое. И очень страшно. На 6 человек. Говорят, что здесь видно Крымский мост. Вот интересно посмотреть. Очень жутко страшно. Очень страшно. Там вот видно другое. Это парк аттракционов. Вот там внизу. Чтобы телефон не уронить только. Там еще даже на самый верх не поднялись. А там море. Море черное такое. И это самая высота на колесе обозрения. Офигеть. Вот там где-то Крымский мост, вон там. Это страшно, ребята. Летишки такие мелкие ходят. Там другие люди, вон. Бомбезно. Попробовать вот здесь вот. Что-нибудь, может быть, выиграю. Не знаю, стрелять. Кстати, с оружием вон. Вот с такого. Доставайте. Сейчас пойдут вот на такой штуке кататься. Пиноккио называется. Вот такая штука. Кабинка. Счастливые, довольные. Вот этот корабль, кстати, переворачивается. Вот он крутится и переворачивается. Передавай привет моим подписчикам, давай. Короче, прокатилась я на этом. Скажите, я скажу 3D. 3D. Аттракционник, где типа полное погружение. Было прикольно. 300 рублей, но это так прикольно. Пиноккио ходили на самую легкую. Вот. Ой, ну там, конечно, да. Это прям круто. Мороженое продают. Вот такая стела большая есть. Кофе? Не знаю, можно чуть-чуть сейчас сходить. Вот смотрите, какая штука есть. Тут можно типа на водичке кататься.
катаются, смотрите, развлекаются. Блин, прикольно. А тут вот такая вот. Даже какие-то машинки для ребятишек. Что-то такое вот. Я хотела какую-то нормальную, которую не высоко снимают. Есть вот такие. Есть вот такие, да. Санечка, иди туда. Я немного боюсь. Боишься немножечко? А можно, чтобы посидеть, просто пойти туда? Сейчас будем пикать. Там сидят дети маленькие. Соня, хочешь ты такой аттракциончик? Нет. Давай я сходим. Так катаюсь, но... Давай смотри, ну смотри, пока прикольно будет сейчас. Это для детей, для маленьких, чтобы понимали. Для маленьких, я в шоке, она такая огромная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень это такая. Не хотите на такой кататься? Они не хотят на такой. Так, все, мои пошли, короче. Сейчас поет. Боятся, наверное, не знаю. Наверное, боятся. Кенгуру, короче. Вот такой кенгуренок. 300 рублей, по-моему, стоит. Какой-то номер. Смотрите. Автомобильный номер. Шутка, конечно, но похож на автомобильный. Должны поехать, уже посадили их. Но что-то не знаю. Или там вот сидят они. Сейчас поеду. С белка. Так, ну все, поехал. Где они там? У меня мои мартышки сидят. Вот они. Все, поехали. Ой, Сейки, счастливое такое лицо. Счастливые дети. Хочу кое-что посмотреть. Вот аттракцион вот этот, который поднимал высоко-высоко. Вон туда. Хочу посмотреть вообще. Вы видите. Кондор называется. На 300 рублей. Вот так оно поднимает. Получается. Вот, от 10 лет, ростом не менее 137, все. Дети от 8 до 10 лет допускаются на труд только сопровождение сердца. Угу.
Закругляться. Все уже. Ребятки, спасибо, кто смотрел. Спасибо вам за лайкосики. Увидимся с вами в следующей серии. И всем пока.